В Приморье продолжается сбор помощи пострадавшим от наводнения в Уссурийском округе. Недавно машину с гуманитарным грузом отправили из Арсеньева. Горожане собрали продукты питания, воду, одеяло. Всего 3,5 тонны вещей первой необходимости. При этом в администрации Арсеньева продолжают принимать помощь для подтопленцев и в скором времени намерены отправить еще одну фуру с гуманитарным грузом. В этот час, вернее, такой, нам надо объединиться и помочь уссурийцам и всем селам, чем можно.